I have time. Бедный больше. Да нет, бабки здесь все шапки. Вот он, дублер. Куда? 2 минуты before start, 2 минуты до старта. А как тут для старта? Да вы здесь хорошо видите, да? Все, можно стартовать, да? Да, да, да. Все, нет, вторую группу пойдешь. Давай, 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 молодец. Ну что, не выехал? Я вам уже отлично. Давай, тяжко. Свободно следует. Кто как обязан? Все на классике. Ой, молодец, молодец, молодец. Кто второй? Good result, excellent. Congratulations. Сложно дался этот километр вам? Yeah. С друзьями всегда все легко. А мы смотрим, что не все представители Deep Mystic присутствуют. Кто-то отказался, да? Кому-то не нравится такое времяпрепровождение. Не, ну у всех свои дела, поэтому у каждого свои виды спорта. Поэтому я думаю, что здесь сегодня у нас очень хорошая представленность. А вот все после Норвегии, Швейцарии, ну где? Швеция, вот шведский посол. Хочу поздравить. Пошел посол Швеции, пожалуйста. Поздравляю вас. Счастья. Спасибо, спасибо. Замечательно, замечательно. Я надеялся, что, вернее, был уверен, что вы вперед уйдете. Нет, не получилось. Вы, наверное, поскромничали. Вы, наверное, поскромничали. Надо уважать хозяина. Как вы вообще давно на лыжах и увлекаетесь? Ой, ой! Как давно увлекаетесь видом спорта? Не, на лыжах я не так уж давно, но спорт люблю. Разный. Ну, было видно, что вы подготовились. Нет, ну, в принципе... Это же мы смотрели Олимпиаду, поэтому у них и научились. Вот на Олимпиаде, да. как вам выступление спортсменов вообще целом понравилось? Праздник спорта был. На самом деле огромный праздник спорта. За кого-то профессионально болели? Вот, есть у вас? Я болел за наших, естественно, за всех наших. Я думаю, что наши спортсмены выступили очень хорошо. Где-то не повезло, где-то был субъективизм, но в целом я думаю, что дух победы, дух соперничества был налицо. Поэтому я думаю, что они выступили очень хорошо.